по поводу ротал в общем получается я посмотрел за 90 дней я подстриг 4 раза вот сейчас пятый раз буду подстригать роталы низы исключительно хорошего качества ну, то есть вообще не могу никаких претензий к ним предъявить вот нет сейчас никаких обрастаний там даже в гуще вот после стрижек низы очень хорошо Э, остаются в хорошем качестве. И, в принципе, ну, как бы, да, она, конечно, после срежки не такая прикольная, но и не отвратная. Не так, как на нейтральном было, когда внизу там, ну, вообще просто палки. Нет, все-таки листики, зелень остается. Немножко, ну, похуже качество, чем вот сейчас вот так вот, если смотреть. Вот, но, не знаю, мне кажется, в принципе, я еще могу подстричь, не знаю, может, раз в пять. Ну, то есть, фактически раз в полгода, где-то в прошлый раз я засекал, я обновлял полностью куст раз в 5 месяцев, вот здесь, то есть после первой посадки, и вот, а, ну, сейчас где-то так же будет 5-6 месяцев, она спокойно растет. Можно, в принципе, может быть, и дольше. Просто уже, наверное, больше надоедает к этому моменту. Ну, вот, чтобы относительно ротала, отдельно видео, то есть один кусочек записываю. Всем привет! Давно не выходил на связь, много чего есть рассказать, поэтому по пунктам пойду. В общем, такое состояние аквариума сейчас. Это получается раз в три недели где-то я его стригу, роталы, кубу реже. Сейчас а, у меня как раз будет стрижка и кубы, и ротал. Только бонсай не буду стричь, и ренеку не буду стричь. А так вот весь аквариум попадает под это. Вот, ну куба сейчас уже, вот она толщина. Тут 4 сантиметра, поэтому ее надо стричь. Но пока, если честно, я не наблюдаю, чтобы здесь корни отходили или низы отгнивали. Вон видим, вот видно корни. Чуть ли не тут сантиметров 5 соил, где-то вот здесь. Здесь, наверное, 3,5 корни хорошо пронизывают его, вот, цепляются. Вот, но э, так в целом она вообще выглядит неплохо. Есть только вот интересные моменты наблюдения. Вот здесь, допустим, листики более округлые и плотные, между узли короткие. А вот есть места в более как бы освещенных, что ли, местах, я не знаю. Здесь куба немножко с желтизной, Uh, есть листья, как будто ей питания не хватает, но я пробовал увеличивать, она не особенно отозвалась. Вот, я думаю, может быть это из-за толщины, uh, не знаю, опыта мало с ней имею, поэтому вот такой вывод делаю, просто и уход нужен ей, вот подстригу, посмотрю, как она дальше пойдет. Вот, вот эта точка у меня наиболее сильно освещена, ну до того, как ее uh, роталы стали закрывать, то есть uh, дня 3-4 назад и вот здесь как раз. И вот в этих местах она как бы похожа. Ну, такое наблюдение. Еще и набираюсь с ней опыта. Вот. В целом, в принципе, она растет хорошо. Но я думаю, что она должна расти быстрее. Нужна ли эта скорость? Да, в принципе, нет. Как бы растет и растет. Роталы просто восхитительно растут. Вообще плотность офигительная. Грин, наконец-то, я как-то, можно считать, я ее победил. А в плане ее габитуса вообще идеальная, растет просто классно, очень плотно, храй или оранджус, тоже вот цвет у нее хороший, тоже претензий нет, по бонсай, мне кажется, у меня раньше плотность была побольше у нее, но может быть это просто частые стрижки ей не дают как бы мощь набрать. Здесь Ренек у меня растет, но растет медленно. Она у меня быстрее росла, и плюс у нее обычно листья были покрупнее. С другой стороны, сейчас, по идее, это самое оно, чтобы у нее листья были не очень крупные. Потому что если они будут очень крупные, она будет наваливаться уже на бонсай, на роталу. Ну, в целом, как бы, может быть, даже не будет смотреться. Но там у меня еще, в принципе, суперред. Я ее срезал, она из корней вылезла что-то там пытается вылезти но не, не очень получается вообще этот уголок сектор такой не очень удачный как будто там питания не хватает течение туда типа не доходит и мне кажется оно меньше и все вокруг ее объедают тут и потому что там не растет ни ротала я другую роталу там еще воткнул уже неделю три назад и она что-то не особенно как бы убегает, ну, в смысле, разрастается, хотя вот просто другие роталы, вот. Я по этому делаю вывод, что там, наверное, просто по питанию ее не успевают они набрать силу, как, когда уже вот эти роталы поднимаются и все, они объедают, вот. По реминерализатору хотела сказать, давно, то есть уже вот как вот опыт получил этого совершенно простого рецепта, я там выкладывал видео, и способ его приготовления, и способ его использования. То есть я также вот как бы и бутылки засыпаю его. Причем я там не то что отмеряю, я отмеряю общую дозу на весь под... объем подмены. И просто на глаз там рассыпаю по бутылкам, чтобы он более-менее там растворился, пока я тут подготавливаю, чищу. И все выливаю просто и вообще как бы. Просто я к тому, что я всегда думал, что реминерализатор это что -то такое хитрое. И, ну, там какие-нибудь бетадины, там еще что-то, там супер-пупер какие-то уксусные кислоты, там и так далее, органика, неорганика, вот, два сульфата, все. Роталы растут просто изумительно, в принципе, то есть, бонсай, куба, все растет. То есть, как бы, комбинация соил плюс дешевый реминерализатор самодельный, это гораздо лучше, чем нейтральный, плюс там какие-то выпендрежные реминерализаторы. В итоге, короче, сойл просто тащит так все, что можно э, сульфаты использовать и не париться. И вот я просто думал, что первое время мне что не нравилось, я сульфаты стал использовать, но в принципе и, и на Аквабалансе у меня так было. Вот эта ротала, она не хотела как бы вот так вот распускаться хорошо, у нее немножко подкручивало, где-то у нее э, эти были растворения. Вот. Но это, в принципе, не из-за этого было. Это, скорее, было из-за переизбытка удобрений. Небольшого такого избытка, который вот ей не давал. Я вот по ней стал, кстати, ориентироваться по избытку. Вот. То есть, если ее начинает подкручивать как-то, то есть, листья лодочкой вниз, это уже значит, там и ТДС высокий поднялся, скорее всего, и удобрений многовато. Вот, то есть, вот, в принципе, вот, пожалуйста, пример использования ирминизатора на сульфатах. Все, никакой, никакой тут хитрости нет. Так, по удобрениям растро, э, тронул эту тему. Вообще сейчас, вот на данный момент я делаю вывод, что вот мои проблемы с водорослями не на самом начальном этапе, хотя на начальном, может быть, тоже я как бы э, сплоховал в этом плане. То есть, когда я аквариум запускал, у меня была цель такая: вот даю по рекомендации, без разницы, стрижка не стрижка, просто одну и ту же дозу каждый день, и вот так, так, так и буду давать. Но это срабатывало где-то в течение полугода первых. То есть, как получается, вначале очень плохой запуск был, но из-за того, что очень мало растений было, плюс еще и медленно растущие. Ну, короче, все там олень и рог, там жуткий был вообще. Вот. Потом все водоросли ушли, все классно было где-то месяца три, а потом опять водоросли, и я прям долго с ними боролся и, и вьетнамка и какие-то еще мохнатые, вот. А, и это в принципе меня заставило уйти на быстрорастущие растения. Когда я перешел на быстрорастущие, стало лучше, но тем не менее вьетнамка кое где оставалась. И еще вот эти вот какие-то, не знаю, к, чем, к, чему их отнести, полупрозрачные какие-то мохнатые водоросли. Вот. И, но они все равно, тем не менее, оставались. Они оставались, они вот в первую очередь на улитках. Вот улитка ползет, и она, видно, что она недавно появившаяся, то есть у нее раковина еще свеже сформированная. Она уже водорослями вся покрылась, такой пучок ползает. Вот, а то сейчас такого нет. Сейчас уже такого нет. А что я, собственно, сделал? Я попробовал как раз те советы, которые давались в комментариях, чтобы после стрижек уменьшать количество подаваемых удобрений. Ну, и я, получается, как делаю? Вот я стригу половину аквариума. Если половину аквариума, я где-то в половину убавляю удобрений. И эту неделю, когда у меня, получается, только они, они стоят подстриженные, у них еще нету ни мутовок, ничего, они только появляются через неделю. Я эту неделю даю в два раза меньше удобрения, ну чуть меньше, чем в два раза. Просто я даю не семь дней по одному миллилитру, а 4. Вот. Сейчас, ну в принципе, я, когда подстригу, получается уже еще и кубу, допустим, если я ротал, не трогал, а стриг кубу, то я тоже в половину уменьшал. Если уже у всех есть мутовки, все, я после подмены даю как бы уже каждый день. Сейчас я буду стричь и Роталу, и Роталу, и Кубу. И, ну, не знаю. Ну, наверное, также буду через день давать те же 4 мл в неделю, получается. То есть, получается, обычная доза у меня где-то там под 8 по нитрату, 17 по калию, 3,7 по фосфату. То э, в постриженном аквариуме где-то 60% от этого прилетает. Ну, так, грубо вот, чтобы по дозировкам тоже можно было по дозам, это то, что в неделю прилетает, я назвал и вот, что я могу сказать сейчас, а, вообще в принципе, вьетнамки нет, ни одного пучка я не вижу вьетнамки не вижу новых образований водорослей а, вот этих вот мохнатых других короче теперь я а, чищу стенки, я в течение года чистил где-то каждую неделю. То есть, ну, такой легкий налет, который просто неприятен взгляду, но еще, вот. Сейчас где-то я раз в полторы недели, с тем учетом, что я свету, количество света увеличил. В этом плане. Потом ксена вообще нет. Ну, ну в принципе, конечно, с точки зрения растений ему особенно цепляться негде, роталы ему не дадут. Но в плохих ситуациях ксена даже бывает даже или на Кубе, и в первую очередь на Ренеке, но не там, не там нет. И Редкую-редкую какую-то точку на стекле найдешь. Вот за предыдущие две чистки стекол я ни одной точки на стекле не находил. А диффузор. А диффузор тоже к сенам не покрывается. Скорее, больше каким-то другим налетом. Но тоже не особенно быстро. Я его в последний раз, наверное, месяц назад чистил, что ли. Ну, как бы вот он пылит отлично. Небольшая желтизна такая, какой-то салатовый. Есть немножко, но чистый, вот. Это, что касается удобрений, мне понравилось. Именно все-таки относительно стрижек их как-то регулировать. И вроде как дает эти это результаты. Вот. Может быть, конечно, куба немножко доедает, но опять же, надо тут время, надо пробовать ее еще несколько раз стричь, смотреть, как она пойдет и так далее. Пока выводы точно не могу сказать по кубе порталом как бы я уже просто набил руку. Так, по свету у меня спрашивали. Свет у меня, напоминаю, бимс версия про а почему именно такой большой, как бы относить такой маленький аквариум, как бы неважно, долгая история, так получилось. Высота здесь от аквариума до бимса 17 сантиметров. А вот он висит, очень удобно его обслуживать, аквариум в смысле обслуживать, когда свет так высоко висит. Он прям равномерно очень хорошо покрывает. Ну, короче, светом я очень доволен. По поводу длительности освещения. В общем, рекомендуемое от Бимса было шестерка. Это общее суммарное излучение получается. Вот, ну вот видите, у меня 11,5, я бы вот, наверное, еще полтора добавил. А здесь, ну, по парам, если честно, я не знаю, ну, типа 416 пар прилетает, ну, не знаю, вот в этом плане, как бы я не могу не проверить ничего, но мне кажется, это как бы очень много, с другой стороны, у меня высоко висит, поэтому, может, там излучается и все нормально. По длительности дня у меня получается так, вот в 9 у меня, давайте я прям покажу, может в 9 у меня начинается рассвет. За полчаса вот он переходит, вот на видео он, конечно, более ярко выглядит. Ну, тускло-тускло, прям, ну, совсем ни о чем. Тут, если тут посмотреть, это 11 пар. Так он еще полчаса светит. Потом следующие полчаса он уже начинает расцветать, больше в желтизну уходит. Затем еще одна точка 11. Это уже почти ну, как бы. Это тот спектр, который будет днем в 11. Потом за полчаса он доходит до пика. Пик плата 6 часов. Потом с 17.30 до 18 пошел уже на спад. Еще полчаса. Еще, ну, короче, на спад пошел. Я бы, быстро уходит, в общем, в течение где-то с 17.30 до, до 7. Это такой спад, идет закат. Вот, тут уже сильно-сильно в красный я увожу. Мне прям нравится. На камере не хватает красноты. Вот э, она прям такая багрово-оранжево-красная -э, э, в жизни выглядит. Вот. И потом с 19 часов до 22, вот эти 3 часа. Но ну это вот как бы что тут, тут свечение вообще ни о чем. Это 31 пар, потом вот он в синеву уходит. Вот я его чисто в синий ввожу. То есть типа ночь пришла совсем синий, синий-зеленый. Тут просто красного уже спектра вообще нет. И вот ротала, она становится такая даже не знаю какого цвета вот и все уходит потом уже э, в ноль совсем а вообще для чего все это? это чисто для красоты так, как мне тут обратно вернуться? Во. возвращаемся обратно объем позволяет за счет того, что у него очень много оттенков, у него 9 каналов вот видите сейчас покажу еще Два красных, это такой э, какой то бордовый, здесь морковно-красный, жел, желтый, ну он желтый чисто, да, он не оранжевый, желтый. Три зеленых, причем один как бы желтизной, чисто зеленый, зелено-синий, тут он голубой-синий, фиолетовый. И все эти оттенки, они позволяют э, играться с переходами. С этим Бимс вообще, вот он просто уникален в этом плане, это его прям фишка наблюдать за плавностью перехода, то есть вообще вы не заметите ни малейшей ступеньки при переходе от одного спектра к другому. И настолько палитра перекрывается вот этими всеми каналами, что вот этот самый кайф, это вообще не передается словами, это надо видеть глазами. А, то есть вот этот вот получается у меня с пол-шестого до десяти вечера, вот, вот этот постепенный переход я наблюдаю вот как аквариум меняется совершенно с одних цветов на другие. И, от, и вот это очень большое удовольствие приносит. Если сравнить, допустим, с чехиросом в плане плата, вот берем плата, я просто ставил чехирос, после того, как я вот на бимсе посидел, получается, сколько я посидел, ну, с полгода, да, наверное, уже и на нем сижу, может, чуть меньше. Я ставил плата, ну, где-то по, ну, по ощущениям, я не знаю, процентов 80 вот не знаю короче бимс за 100 процентов принять удовольствие да то чехирос 80 ну не знаю может даже больше процентов то есть не такая большая разница не зам... вот этой вот палитры но ну, с точки зрения как вот именно те настройки которые я использовал на чехиросе и на бимсе между ними ну то есть для моего глаза для, для той картинки которую я вот как бы хочу относиться к растений там и так далее до да, яркости небольшая разница с точки зрения платы, ну просто как бы аквариум яркий, растения тут зеленые, здесь красные, как бы в принципе большого такого большой разницы нет. Но у Бимса включается вот именно его вся вот эта мощь и его, его уникальность как раз в том, когда начинаются переходы между спектрами. И вот здесь я еще буду точно играться в плане каких-то других спектров, просто сейчас как-то лет особенно времени нет. Какие-то спектры я нашел для себя, вот они мне нравятся. А дальше, ну, еще захочу уже там, где-то в желтизну, где-то в зеленый цвет уйду. Еще, опять же, вот от состава растения. Буду что-то менять, естественно, уже освещать захочется как-то по-другому. Вот как бы, э, что хотел относительно бимс, вот того э, опыта, который я сейчас получил за последнее время. Вот, в целом, вообще, светильником доволен. Ну... Но... Такое довольство, это знаете как, я, мне кажется, если бы у меня был чисто Чехирос, и я бы там не лез бы в спектр, или не знал бы о них вообще, да, я бы, может быть, и не подумал бы там что-то менять, поэтому, ну, как бы, это уже было, ну, неважно, в общем. Короче, начал я с Бимса, потом у меня появился Чехирос, теперь опять Бимс немножко другой, как бы такой. А советую просто пробовать, как бы, если вы в аквариумистике надолго, то я просто советую пробовать разные... Светильники, разные аквариумы и так далее, чтобы понимать, что вам больше нравится. Вот я из этих соображений. Вот. Так, что дальше? Кстати, фон я повесил картонку. По стрижке ротал, так я сказал, вот. Поставил я фильтр. Видите, уже не рюкзак. Это денерлешный фильтр. Конечно. Прикольный он, первое впечатление у меня очень хорошее о нем. Такой у него возможность... Сейчас я с другого плана покажу, про пленку скажу. Но с пленкой, конечно, он не, не справляется. Он может справляться с пленкой только если вот так вот приподнимаешь. Но тут надо прям ловить, чтобы он не журчал. А летом это ловить вообще неблагодарно, потому что чуть-чуть а, там пару миллиметров испарилось, и он начинает хлюпать. Вот, и каждый раз вот это вот его подгонять вот так ну это такое себе удовольствие если в такой ну, как бы поймал он пленку и туда он ее цепляет она потом улетает в губку ее нету и единственное что может оставаться вот такой вот пенный край вот а в целом как бы поверхность чистая но ловить никакого удовольствия нет короче слабо он справляется тут а, только другими какими-то способами надо от пленки избавляться вот, но сейчас мне понравилось вот течение. У меня теперь все, у меня течение хорошее создает. Вот он подает на диффузор, вот разлетается, получается газ по всему аквариуму. В течение месяца, месяц назад я его поставил, напор не падает, как это случалось у рюкзака. Вот, причем я даже два раза забывал чистить губку, то есть вообще все шикарно в этом плане. Сейчас с другой стороны покажу, как фильтр висит. В общем, фильтр висит, вот он как, как рюкзачок. У него есть два, получается, таких крюка. Вот, есть возможность, получается, вот можно было направить выход вот сюда, то есть развернуть, вот сюда он выходил, в одной точке был. Но мне просто из-за диффузора я вот сюда его направил. Вот. Это я просто фон поджимаю, я его не клеил. Он у меня висит просто. Так. По наполнителю что могу сказать? В принципе, там губка приходит и кольца. Я еще добавил своего Эхейма. По объему Получилось где-то 80% от э, рюкзака. Первые, кстати, две недели он у меня журчал и потрескивал немножко. Там, видать, то ли наполнитель, то ли корзина как-то дребезжала. Но это было видно, только если так вот ухо подносишь сюда. Ой, слышно. Подносишь сюда, тогда вот как-то это чувствуется. А так, слышится, а так нет. Все, вот сейчас он вработался, приработался. Уже никаких шумов нет. В общем, такой микровнешник с отдельными а, какими-то плюшками. Мне очень, очень понравилось качество. Вот пластик. Вот эти это прорезиненные такие уголки, трубки. Вот, кстати, снял фон. У меня вот теперь такая штучка есть. Артем, привет. Чехировский скребочек. Удобная штука, мне нравится. Хорошо чистит. Не надо лезть в аквариум. балдежно, Магнитит, конечно, как сволочь просто. Такая это. Прикольно, так это <coughs> иметь возможность снять задний фон. Вот роталки разглядеть, как они сзади растут. Тут, конечно, у меня прям эта свалочка такая. Но ну, тем не менее, вот тринеку поближе можно посмотреть. Такие красивые листики, лобелия, как она тут расти будет, у нее уже все накинулось вон. Это я снял фильтр, чтобы, вот еще ротал у меня идет, я ее с теплички сажал, куда-то она сюда, наверное, это, к родне бежит. Вот, корешки видно, да, вот это роталы, какая корневая, в итоге большая образуется. Вот, сейчас в фильтр хочу залезть, вообще посмотреть, что там внутри. Просто, как бы, чистое любопытство. Вот, не, ну магнит это вообще балдеж, просто. Вообще, он такой приятный. Чехирос молодцы, да. Классно делают вещи. И ножницы мне их нравятся. Вот. Блин, супер. Вот фильтр. Вот это мне, вот, вот эта вот часть мне вообще больше всего нравится. Ну просто вот, ну бомба. Ну такая она аккуратная губочка. Вот. Здесь тоже все прям хорошо сделано, все до миллиметра продумано. Ну приятно. Вот такое ощущение я испытывал с Эхеймом, с фильтром Эхейм. Вот. Прям все тактильно приятное, все четко. Вообще, ну просто. И тут вот даже вот, получается, перекидываешь, вот эти вот заклушечки какие-то придумали. Одним пальцем летело. Все вот прям проработано. Сейчас внутрь залезу. Единственный, конечно, вот момент меня смущает. Это вот как в тетр. Чем больше вот таких вот всяких соединений, тем как бы больше, по идее, вероятность протечек. Ну, не знаю, может быть, за счет того, что вот эти трубки прорезиненные, Такое, не знаю. Вот вот этот момент, конечно, меня немножко смущает. Как бы да, пока новое все нормально, а как у Тетра там потом начнет сочиться. У Ихейма вообще классно. Вот у него просто здесь патрубок, шланг натягивается только в состоянии, когда ты его подогрел горячей водой, и там даже никаких затяжек, ничего. Просто, ну это вот профессионал. 4600 у меня, короче, вот. Я его, кстати, продаю сейчас. Вот, и это и все, и там шланг, и дальше в аквариум. Никаких соединений нет. А здесь же вот раз гайка, два гайка, 3, 4, 5, 6. Ну, вот как бы сколько здесь еще плюс прокладка здесь, да? Сами понимаете. Вот эта часть. Ну, короче, потенциально много это, каких может быть проблем? Вот. Ну, не знаю, типа Денерле, Хотя у них тоже бывают косяки. А вот, что мне очень понравилось, это вот эта вот трубка белая. Я думал, нафиг она нужна? Короче, в ней еще какая-то, думаю, там пружинка. Пружинка для формы. А она, оказывается, это против воздуха. Воздух особенно в начале как-то много попадал, не знаю, то ли из, не знаю почему, короче. И все, и он получается оттуда из под крышки высасывается и на помпу уходит, все, и вот ушел он из этого из фильтра, и красота. Не знаю, я что-то не обращал внимания в химии, может там как-то другой забор есть. Ну вот здесь так сделано очень, очень прикольно, мне очень понравилось. Вот так выглядят корзины, такие тяжелые. Чуси. Вот вода пошла, да-да-да. Ну вот, губка, синтепон. Ну, синтепон, я смотрю, так это нормально там. Под это засорился, кольца, хейм субстрат, который обычный, не про. Очень мне нравится, классный. Он как-то так выглядит. Где-то корзинок 80% от моего рюкзака по наполнению. Я просто с... сравнил, засыпал туда-сюда. Вот. Сейчас хочу посмотреть на синтепон поближе. Ну вот синтепон в таком виде сейчас выглядит. Тут я два слоя зафигачил. Ну, вообще не сильно. Даже менять не буду. Не знаю. Я думал, больше будет забиваться. Думал, сейчас заилится. Как бы это. Но проблем в аквариуме нет по водорослям, поэтому пока не буду, особенно тут что-то пыхтеть. вокруг как этого. Ладно, оставлю так, пусть еще месяц постоит. Посмотрим. Вот. А последнее, что еще хотел сказать по фильтру: я когда его выбирал, там есть черная версия, есть белая. Белая, она более это давно выпускается, в общем. Я думаю, вот что, что выбрать: белую или черную? у белой вот такой а, выхлоп. А я думаю, блин, что лучше, черная будет или белая? А в черной версии, блин, прикольно. Они две этих выпустили. То есть можно и так, и так выпить. Я что-то посмотрел, блин, а вот с этой прикольно, когда на выхлоп она там ротала у меня. Это будет сильно затенять. Ну, так как бы место мало в аквариуме, да? Еще затенять там что-то. Вот. Хоп, это прозрачно. Единственное, ее чистить надо почаще. А, а вход я решил в САС сделать вот такую. Ну и вот мне нравится, конечно, здесь. Вот тебе, пожалуйста, и таких трубок положили. То есть можно вот она, получается, заборная со дна делать, да. И, и черную положили. И вот это я вообще не знаю для чего. Это, наверное, если шланги свои уже делаешь. Тоже какие-то эти опоры для них направляющие. Добавленные. Ну, комплектация вот прям приятно, конечно. В общем, первое впечатление очень классно у меня от фильтра. Посмотрим, как он себя будет показывать в, общем, в дальнейшем. Ладно, по нему вроде как все сказал. Фух, ну, в общем, закончил эту стрижку. Ну, и еще худо-бедно, как-то быстро получается. Но Куба, особенно в правой части левой рукой, стричь такое себе удовольствие. Вот. Еще больше удовольствия в кавычках ее собирать. Привет, Дэн. Ты меня очень хорошо понимаешь. Вот. Ну, в общем, все. Все, что хотел, вроде как рассказал. Если что-то не, не рассказал или что-то непонятно, пишите в комментариях, я отвечу. Или в следующем видео отвечу. Но следующее видео, я думаю, будет пока что не скоро. Поэтому спрашивайте. Постараюсь как-то это рассказать. Ну все, ладно. Всем пока. Сегодня видео и так большое получилось. Пока-пока. Всем, всем удачи.